вместо трех белых коней в морозный декабрьский вечер по городским маршрутам 8, 2 и 21 отправляются три сверкающих белыми огнями трамвая. За рулем, как и полагается, Дедушки Морозы. Я люблю людям дарить добро, подарки, добро приносить. И чтобы люди всегда радовались. А это и погода-то грустная. А тут хоть что-то я маленько. Пока снегу не могу, мне не помогает бабушка зима намести снежку-то. Ну, хотя бы так порадую. Акция «Новогодний трамвай» проходит уже четвертый год, и каждый год организаторы привносят что-то новое. Все остановки объявляются каким-то неожиданным способом, да, они в озвучке используются цитаты из мультфильмов, из фильмов, из песен и так далее. В этом году мы от традиции не отошли, подобрали новые, заново все это дело переозвучили. В двоечку мы добавили также световую иллюминацию непосредственно в самом вагоне, и я думаю, что все пассажиры это отметят. Многие по выходным дням, иногда вечером, просто садятся в эти вагоны и просто там проводят время. В числе первых пассажиров мэр города Юрий Шлабаев и его семья. Впечатление очень хорошее. Дети рады. Новогодние такие трамваи, они уже стали визитной карточкой Нижнего Новгорода в период новогодних рождественских праздников. Безусловно, создают праздничное настроение не только у пассажиров, но и у тех, кто их встречает, пока гуляют там с детьми, например. Стоимость проезда, она аналогична обычному трамваю. Сверкающие трамваи будут курсировать по всем районам города и дарить нижегородцам новогоднее настроение по вечерам до 10 января. Юлия Калинина, Николай Прохоров. Время новостей.